Расскажу вам, деточки, сказочку. Не длинную, не короткую, не умную, не глупую, а волшебную-превольшебную. Было оно или не было, правда ли то или нет, послушаем лучше, что сказка сказывает. В 39-м волшебном царстве, в 30-м необычном государстве царя Еремея весь люд готовился к великому празднику Новому году. Вдруг подул сильный ветер, загремел гром, земля задрожала, окно в царских покоях распахнулось, и в него влетела снежная королева. Измахнув своей мантией, она исчезла, забрав с собой самое ценное, что было у царя, единственную дочь. Несчастный царь загоревал, закручинился, не знал, что и делать. Решил он созвать добрых молодцев, которые отважились бы спасти царевну. И издал царь Еремей указ. Что возле ворот будет толпа молодцев, но пришел только один, Иван крестьянский сын. Только он отважился спасти его красавицу дочь. Царь-батюшка, спасу я вашу дочь. Отправился Иван крестьянский сын в путь-дорогу на поиски дворца снежной королевы. По горам, по долам, по заснеженным лесам спешит Иван. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, ни много ни мало времени прошло. Труден и полон опасностей был его путь. Махнул Иван крестьянский сын кружевным платочком три раза и оказался в ледяном дворце. Занесло, эх, занесло, куда-то занесло меня. Занесло, эх, занесло, куда-то занесло опять. Знаю, Иван, зачем ты меня навестил? Верну царскую дочь, но до этого ты мне должен принеси из лесу самую красивую и пышную елочку к Новому году. Взмахнул Иван платочком три раза и оказался на лесной поляне. Нашел Иван самую красивую, пышную, высокую елочку. Так понравилась ему эта елочка, что решил он рубить ее. Не руби меня, я царевна Ниней. Позавидовала моей красоте злая королева и заколдовала меня в дерево. Чтобы расколдовать меня, ты должен принести подарки, корону и бусы рубиновые. Только они заперты в ларце во дворце снежной королевы.
Как же долго я вас ждала, мой милый принц! Восхищение от этих слов, от ее красоты и от необычности всего происходящего Иван понял, что полюбил царевну больше жизни. Вернулись они во дворец, все жители царства и счастливый царь встречали их. С тех пор люди украшают елки под Новый год и кладут.